Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вы все, наверное, слышали поговорку «нет худа без добра». То есть и плохое, и неприятное может обернуться к лучшему. Наверное, кому-то это покажется странным. Как это плохое может стать хорошим? Но тем не менее, и такое бывает. Например, в жизни преподобного Варлаама Хутынского, чью память мы завтра празднуем, было несколько таких случаев. Вот послушайте. Недалеко от древнего Новгорода было одно место. Худое место, пустынное. Оно даже и называлось так – Хутынь или Худынь. Никто не жил там. Люди даже боялись туда приходить. Ведь на этом месте язычники приносили жертвы своим богам. А какие у язычников боги? Страшные деревянные идолы, бесы. И вот шел однажды мимо этого худого места святой Варлаам. Хотел он подальше в лес уйти, чтобы жить в уединении и молиться Богу. Вдруг видит, точно луч блеснул из-за холма и осветил небо и темнеющий вдали лес. «Это сам Господь подает мне знак», – решил преподобный Варлаам. «Я должен остаться здесь, чтобы здесь славить Бога». И святой поселился в этом пустынном месте. Сначала он жил в небольшой пещерке, но потом вокруг него собрались люди, также искавшие уединение. Вскоре вырос на холме прекрасный Хутынский монастырь. И стало это место не худым, а святым, добрым. Однажды преподобный Варлаам пошел по делам монастыря в Новгород. Идет по мосту через реку Волхов и вдруг видит толпу людей. Ведут на цепи связанного человека. Святой понял, что этого человека собираются сбросить в реку. В прежние времена в Новгороде так казнили преступников. В этот миг Варлаам словно услышал призыв Господа. «Сохрани для меня эту душу. Она готова к раскаянию и еще послужит мне». Варлаам ускорил шаг и, подойдя к палачу, сказал: «Не бросай его в реку. Пусть он лучше пойдет со мной в монастырь и там искупит свою вину». Тогда палач развязал преступнику руки и подвел его к святому Варлааму. Не веря своим глазам, несчастный упал на колени, обхватил ноги святого и заплакал. Для него блеснул луч надежды. Господь продлил его жизнь для того, чтобы он покаялся. Святой Варлаам привел этого человека в монастырь, поставил перед иконой Спасителя и велел горячо молить Господа о прощении. Все монахи тоже молились за него. И чудо случилось. Преступник, покаявшись в своих грехах, исправился. А потом даже стал монахом. Вот так преподобный Варлаам спас от смерти грешного человека, для которого худо обернулось добром. Святой вернул его к новой жизни, жизни с Богом. А вот еще один случай. Однажды в новгородской земле произошло необычайное событие, опечалившее всех жителей, и никто из них и представить себе не мог, что все обернется ко благу. Дело в том, что в начале лета выпал глубокий снег и ударил сильный мороз. Все посевы должны были вымерзнуть. В большом горе пребывали все новгородцы. Скорбел и архиепископ Новгорода. Но утешил всех преподобный Варлаам. На санях приехал в Новгород к архиепископу и, увидев опечаленного владыку, сказал ему: «Не печалься, отче! Не скорбеть, а благодарить Господа нужно. Если бы Господь не послал этого снега и мороза, то был бы голод во всей стране. Но Господь умилосердился над нами и послал мороз, чтобы перемерзли черви, подтачивающие корни хлебов. Наутро же станет опять тепло, снег этот растает и напоит землю. По милости Господа будет плодородие». На другой день, как и предсказывал святой Варлаам, снова стало тепло, и был в тот год невиданный урожай.
Вот как бывает. Даже в самой отчаянной ситуации помогает Господь. И по промыслу своему все устраивает ко благу. Осветил Он своей благодатью оскверненное язычниками место Хутынь, позаботился о спасении раскаявшегося преступника и не оставил без хлеба новгородцев, не дал погибнуть посевам. Заботится Господь и о каждой верующей в Него душе, и дает каждому человеку то, что ему полезно. Иногда посылает и неприятности, но ведь и они бывают не просто так, а для того, чтобы человек задумался о своей жизни и исправился. Вот и получается, что нет худа без добра, все служит для нашей с вами пользы. Ну а теперь всего вам самого доброго, друзья. До свидания, мои хорошие, и храни вас Господь.